более привлекательной для избирателей. Хотя уже сейчас движение является фактически крупнейшей силой в парламенте. Именно эту партию представляет действующий премьер-министр страны Энрико Летта. При этом Ренци, мэр Флоренции, не собирается оставлять пост градоначальника и, более того, хочет баллотироваться и на новый срок. Кроме того, новый лидер демократов не оставляет и премьерских амбиций. Место насилию. Так ряд известных бразильских игроков отреагировали на столкновение болельщиков на матче национального чемпионата между клубами Атлетико Паранаенсе и Васко да Гама. Беспорядки начались на 16-й минуте встречи на стадионе города Жоинвиль, когда фанаты Васко прорвались на трибуны поклонников команды соперника. Арбитр принял решение остановить игру. Через час после вмешательства полиции, разогнавшей фанатов светочивым газом, матч был возобновлен. 4 человека получили ранения. Двое были отправлены в больницу на вертолете прямо со стадиона арены Жоинвиль. По мнению наблюдателей, причиной беспорядков стала плохая работа службы безопасности клуба Паранаенсе. Полиция во время матча находилась за пределами стадиона и не смогла вовремя вмешаться. В следующем году Бразилия принимает у себя мероприятие.